Всем привет, легендарные внучата, с вами Бабка Шоу, и как видите, Roblox сегодня не работает. Если попробовать войти в Roblox, то выйдет вот такая ошибка, а на главной странице написано: «Мы знаем, что прямо сейчас есть ошибка со входом в Roblox. Наша команда активно работает над этим». И в этом видеоролике я расскажу вам, почему не работает Roblox и когда он начнет работать, а ты обязательно подпишись. Когда я зашел на Down Detector, я был просто в шоке. Кто не знает, это сайт, который показывает количество сбоев работы определенного приложения. Скажу честно, я был шокирован, потому что 61 тысяча репортов одновременно, такого не было ни разу в Роблоксе. Даже когда Роблокс перестал работать по всему миру в 2021 или 2022 году, он не работал целых 3 дня, все равно не было 60 тысяч репортов на этом сайте. То есть прямо сейчас Роблокс не работает абсолютно по всему миру. И никто не может в него играть. Это серьезная проблема. Я решил еще серьезнее разобраться в этой проблеме, и оказалось, что на официальной странице Роблокса тоже написано об инциденте. Прямо сейчас у нас активный инцидент, красный уровень угрозы. Это означает, что это самая серьезная ошибка, которая вызвана в Роблоксе. Обычно инциденты бывают желтыми, когда Роблокс просто подлагивает, а красный, когда Роблокс полностью крашнулся. И вот прямо сейчас current status — активный инцидент. Статус инцидента: перебои в обслуживании, места, веб-сайт, мобильное приложение, Xbox, тра-та-та, короче, абсолютно все сейчас не работает в Роблоксе. И Roblox Studio, и приложение Xbox, и сам Roblox, и веб-сайт, ничего нормально не работает. И как видите, если сейчас посмотреть, везде перебои в обслуживании, красный уровень опасности. Это означает, что Roblox не будет работать в ближайшие несколько часов, потому что они только начали расследовать проблемы, связанные с доступом к платформе. А это означает, что они только начали проводить свое исследование минуту назад. Еще хотел вам рассказать то, что вчера вечером был заблокирован Discord на территории Российской Федерации. Я думаю, вы тоже об этом знаете, так что, возможно, это как-то связано, именно вот эта ошибка Роблокса и блокировка Дискорда. Знать точно мы не можем. И не можем точно так же мы знать, заблокируют ли Roblox на территории Российской Федерации. Такое тоже может быть вполне. В общем, что я вам советую? Я советую не выходить со своего аккаунта, потому что вы можете потерять к нему доступ. Такое тоже было. Я помню, когда Roblox перестал работать на 3 дня, очень многие люди потеряли доступ к своим аккаунтам. Ни в коем случае сейчас не играйте в Roblox, не выходите из своих аккаунтов, если вы не помните пароль. Ну, не пытайтесь зайти в игру, потому что вас все равно не закинет, будет выходить ошибка. И просто в игру вас не приконнектит. А если даже и приконнектит, то в игру вас не закинет. А если даже в игру вас закинет, то это слишком небезопасно. Ведь вы можете потерять данные, потерять аккаунт, с какой-нибудь ошибкой еще столкнуться. Если сервера не работают, дайте им отдохнуть. В общем, огромное спасибо за просмотр. Всем удачи, всем пока. Гудбай, легендарные внучата.